Это ток-шоу «Пятый угол». С вами Евгения Сакенова. Здравствуйте. Сегодня говорим о наболевшем. О том, что беспокоит сотни тысяч жителей Казнета. Сейчас я хочу представить вам наших экспертов. Темирлан Тулегенов, кандидат юридических наук. А чего вы не хлопаете? Татьяна Бенц, генеральный продюсер интернет-ресурса «Центр тяжести». Лев Мариупольский, режиссер-продюсер. Шавкат Сабиров, президент интернет-ассоциации Казахстана. Марат Мулкубаев, пиратская партия Казахстана. Денис Григорьев, он же Карандаш, известный рэпер. Вот уже около месяца интернет-сообщество нашей страны лихорадит. Многие сайты пестрят заголовками «Спасти Казнет». От чего, собственно, нужно спасать Казнет, мы будем сегодня обсуждать. Тема нашей сегодняшней программы «Казнет is dead». Азамат Амаров, представитель Казахстанской ассоциации интернет-развития и ресурсов, один из возмутителей нашего Казнета, сегодня гость нашей студии. Встречаем. Здравствуйте, присаживайтесь. Ну вы прям меня запутали. Садитесь, куда вам удобно. Скажите, пожалуйста, а почему Казнет is dead? Проблема в том, что поправки, которые сейчас вышли, они немножко как бы не коррелируют с законами интернета. То есть проблема в том, что большинство сайтов в мире, самые популярные, да, это сайты, которые, на которых контент генерируется пользователями. Ну, то есть сами сайты выступают площадками. Ну, то есть начиная с поисковиков, там, Гугла и так далее, заканчивая там видеохостингами и другими. То есть, по сути, ежедневно интернет наполняется контентом, который создают пользователи. И в данных поправках проблема в том, что использование нелицензионного контента трактуется таким образом, что наказывается сайт не за то, что он отказывается удалять нелицензионный контент, а за сам факт нахождения нелицензионного контента на сайте. Риски очень велики, мало того, скорее всего, они стопроцентные, подпасть под данный закон. То есть вы считаете, что в связи с этим наш Казнет умер, с этими поправками? Закон, нынешние поправки, да, трактовки, ну, то есть формулировки нынешних поправок, они совсем некорректны. Они не позволяют функционировать подобным сайтам. Скажите, а почему тогда вот шум вокруг этих поправок начался именно после их вступления уже в законную силу, а не до того? Ведь много шли обсуждения по этому поводу, много говорилось. Почему такая реакция случилась именно после того, как они вступили в силу уже? Шум начался давно. Шум начался еще в конце весны прошлого года. Вот. Несколько организаций заявили о том, что они хотят внедрить подобный закон. Такие поправки. Вот. Но все, что мы не делали, то есть мне даже посчастливилось побывать на последних заседаниях рабочей группы в Мажилисе, вот, где я, конечно же, был против данных поправок, но их просто проигнорировали. Вот и все. То есть вы считаете, что в принципе в интернете должен господствовать все-таки анархический строй? Это некорректная формулировка. В интернете должна господствовать как бы должен господствовать, конечно же, порядок. Мы не отрицаем само понятие авторского права. Мы говорим о том, что авторское право надо защищать. Проблема в другом. Проблема в том, что мы сейчас за последние 10-15 лет шагнули вперед. То есть и тем, вот этими Вы считаете, поправками… Вы это произошло, да, благодаря интернету? За 10-15 лет шагнули вперед? Интернет шагнул вперед за 10-15 лет технологии, да, и получается так, что эти поправки, да, законы человеческие не могут быть выше законы, ну, можно сказать, даже физики, да. То есть технологии, они идут вперед, надо подстраиваться под технологии, а не наоборот. То есть во всем мире в интернете информация распространяется очень быстро, вот. И многие даже исполнители и авторы, да, они используют интернет в себе во благо. Но есть ряд как бы людей, в том числе и правообладатели, которые хотят притормозить технологии. Да, а почему вы думаете, почему они этого хотят? Ну, смотрите, допустим, то же самое наказание за то, что у вас находится лицензионный контент, да,
он заставит все площадки делать там тотальную премодерацию. Вы себе представляете, в Казахстане есть хотя бы, не то что на сайте, вообще специалист, который скажет, что тот или иной ролик именно вот от он как бы такого-то автора и так далее, да, то есть на то один только. То есть вы считаете, что здесь прежде всего несовершенство самого закона об авторских и смежных правах, нежели какое-то несовершенство было в нашем интернете? То есть сначала давайте разберемся с законом об авторских, да, и смежных правах, а потом будем говорить о его внедрении в интернет, о его применении или о чем-то другом, так? Да, у меня есть как бы вот выдержки из закона, могу зачитать, да, то есть предыдущая как бы версия закона, она, конечно же, предусматривала защиту авторских прав в интернете, в том числе, да, но вот нынешние поправки как бы они внесли такую сумятицу, да, что даже трактовки самих законотворцев, да, они входят в противоречие друг к другу. То есть вы считаете, что эти поправки, они еще больше внесли анархии, нежели она была раньше, да? Так эти получается. Поправки, они говорят о том, что ресурсы, которые в принципе предусматривают как бы предоставление пользователям контента, да, они вообще не должны существовать. Понимаете, ресурсы, которые во всем мире являются самыми популярными, они в формат данных поправок никак не входят. То есть вот я так считаю. Спасибо. Может быть, кто-то из студии нам сможет сказать, о какой, собственно, строй должен царить в интернете. Татьяна Бенц, генеральный продюсер Центра тяжести. Тань, на твой взгляд, какой строй должен быть в интернете? Очень просто. Интернет — это зона свободы. Там не может быть, причем нужно отделять понятие свободы от понятия анархии, да, то есть, ну, мы сейчас не будем вдаваться в тонкости политические тонкости. Интернет изначально — это то пространство, в котором рулят пользователи. И, на мой взгляд, любые попытки в любых государствах мира каким-либо образом попытаться контролировать мозг граждан приведет, но в лучшем случае, знаете, там, Герберту Уэллсу, да, все. Знаешь, ну вот я это, очень хорошо… То есть я просто хочу сказать, что они изначально они просто, это невозможно сделать вообще. То есть мы можем тактически какие-то вещи там производить, да, но стратегически контролировать интернет невозможно. Можно пытаться ограничивать. Ну вот смотри, сейчас же получается закрыть. Да? Закрыли касторку. То есть вот получается же контролировать. Касторку интернет. Закрыли, будут ходить на польские сайты, на польские торренты, российские торренты, куда хотите, на американские торренты. Ну вот о том, как они, ходить на другие торренты, мы вот поговорим позже. Жить. Ты мне скажи. Вот смотри, ведь раньше мы в интернете не было возможности посмотреть кино, там, скачать какую-то музыку. Мы все ходили на концерты, мы все ходили в кино. Разве это не большее удовольствие? Ты со мной не согласна? Ну, в 19 веке, собственно говоря, молодые девушки свободное время проводили за вязанием и вышиванием. Но почему бы нам не заняться этим сейчас? Спасибо. А вот что думают по поводу этих поправок представители нашего шоу-бизнеса? Внимание на экран. Вы знаете, я на самом деле не могу ответить однозначно. Ну, за я или против? Потому что и в том, и в другом случае есть и плюсы, и минусы. Да, я согласен с этим законом, потому как люди, которые снимают фильмы или же пишут песни, они имеют право получать проценты с того, что люди будут скачивать или смотреть. Я как бы против того, чтобы в интернете скачивали песни, клипы бесплатно. Потому что в песни, в клипы вкладываются деньги, и хотелось бы получать за это какое-то вознаграждение, как это во всем происходит, во всем цивилизованном мире. Я поддерживаю двумя руками, потому что этот процесс уже должен был, по идее, начаться намного раньше. Я всегда во всех интервью, касаемых разговоров о пиратстве, всегда повторял одну и ту же вещь, что 99,9% всех аудио, скажем так, носителей, которые производятся в Казахстане, они сделаны, они, скажем так, продаются пират, это пиратская продукция. У меня такое неоднозначное, вы знаете, мнение по этому поводу, потому что, как всегда, когда что-то происходит, нужно смотреть в корень, да, кому это выгодно. Давайте сейчас встретим человека, которого интернет обворовывает. Звезда отечественного шоу-биза Ерлан Кокеев, встречаем. Здравствуйте, Ерлан. Здравствуйте. Присаживайтесь.
Ерлан, вот вы не бедный человек, и вы свое имя заработали прежде всего тем, что вы давали концерты собственные, что вы выпускали диски. Это так ведь? Ну, это с одной стороны, конечно, так. Мне немножко повезло, потому что я все свое творчество начинал в эпоху Советского Союза. И к тому времени не было ни интернетов, были гастрольно-концертная деятельность, где нам приходилось это все делать живьем, таская колонки и выступая перед аудиторией. С развитием интернета, Ерлан, ваши доходы поубавились? Я бы так не сказал. Нет. Их стало больше? Вы стали больше популярным человеком? Ну, отчасти да. То есть пираты вам в итоге помогли Конечно, заработать? Конечно, естественно. Спасибо. Давайте, у нас есть видео с вашим участием. Давайте его посмотрим. Внимание на экран. Герой Ерлан Кокеев. Тогда, Ерлан, как связаны твои слова о том, что все-таки пираты помогли тебе сделать свое имя и заработать деньги, и вдруг ты сидишь за рулем трактора, которым давишь безжалостно те самые пиратские диски? И правильно сделал. Здесь палка о двух концах, смотря о чем говорить. Если, к примеру, скажем, пираты выпускали пиратскую продукцию, естественно, они делали рекламу, соответственно, моя популярность росла. Соответственно, за счет уже концертов и выступлений я с этого тоже зарабатывал. Естественно, пиратство — это не совсем правильно, это неверно. Это в корне уже неправильно. Но что происходит на сегодняшний день, что бы я хотел сказать и донести, многие из творческих личностей, будем так говорить, те, кто поет, выступает, не говорю за всех, вот скажу в частности за себя, недостаточный поток информации, мы многие вещи не вникаем, не понимаем, тем более в юриспруденческих каких-то моментах. Вообще от этого мы далеко. На этом, ну, у нас вам, есть, наверное, наши специалисты, да, которые за нас это все прекрасно делают. Но я знаю одно, знаю следующее. Когда мы будем понимать, что за тот продукт, который мы сделали, который мы придумали, то связь с космосом наладили, сделали его, выпустили. Если с этого, соответственно, мы будем получать, зарабатывать деньги, это прекрасно, это чудесно. Какой недостаточный поток информации, я вам скажу следующего характера. Многие из моих коллег говорят: да, вот мы хотим раскручиваться, мы хотим, чтобы вот про нас знали больше. Без проблем. Заключайте договора, запускайте, чтобы ваши музыкальные произведения крутились в интернете бесплатно. И на этот счет тоже есть такая платформа. Тоже можно. Если вы хотите зарабатывать, соответственно, вот я, например, это до этого как бы не знал. Пообщавшись уже с специалистами грамотными, они мне просто-напросто грамотно это все и объяснили. Я за эти поправки, я за то, что наши права будут защищены, и я за то, что мы будем там зарабатывать. Это отлично. Ерлан, можно вопрос? Да. То есть вы за то, что, предположим, какой-либо человек выложил ваше видео, не согласовав с вами, не имея с вами никакой договор, выложил его на популярном ресурсе, его скачало энное количество тысяч человек. И за это ресурс был бы закрыт. Потому что на него, в смысле, вот люди, отслеживающие, в смысле, все вот эти вот вещи, да, они бы выяснили, что это незаконно, что это пиратский контент, договора нет, подписи нет, Ерлан Кокеев не в курсе. И в итоге этот ресурс, который принес вам популярность и принес, может быть, еще энное количество тысяч поклонников, был бы закрыт. Вы за это? Я за то, чтобы был порядок, в первую очередь. Говоря о вашем вопросе, я не вникаю абсолютно по поправкам и законам. То есть на этот есть, наверное, соответствующий орган, который будет делать именно с этой организацией. Я этого не знаю. Но я бы хотел с этого зарабатывать деньги. Это не мое дело, к примеру, скажем. Да? Но если это все будет по справедливости и правда, я за это. Вот мне кажется, Женя, это очень такая серьезная. А вот сейчас мы спросим о юридической подоплеке этого вопроса у Тимерлана Тулигенова, кандидата юридических наук, председателя авторского общества «Абырой». Он сегодня в нашей студии. Тимерлан, вот вы можете как-то прокомментировать Танин вопрос, который, в общем-то, повис в воздухе? Вы знаете, надо все-таки действительно начинать с самого главного. А вот и Азамат сказал, и Ерлан подтвердил. Самая главная проблема в том, что наши творцы, авторы, исполнители, они вообще не знают, что такое авторское право. Только человек, знающий о своих правах, вправе принимать решение,
как ему бесплатно, либо платно размещать свое творение. К сожалению, этого нет. Тогда опять получается, что этот закон был преждевременен. Нет, закон не был преждевременен. Вы поймите, что те поправки, которые сейчас внесены и вступили в силу, они касаются прежде всего административной статьи и уголовной статьи. То есть сам закон об авторском праве и смежных правах действует с 96 года, и там еще с 96 года есть право на так называемое всеобщее доведение сведений. То есть как раз таки это идет речь об интернете. Вопрос в другом, в том, что действительно абсолютно творческие люди, которые учатся в тех же там консерваториях, академиях искусств, они их учат создавать эту интеллектуальную собственность, а как на ней зарабатывать, их не учат. Соответственно, с другой стороны... То есть тогда мы им запретим зарабатывать, пусть они научатся, а потом мы будем думать, да, как же все-таки они будут зарабатывать. Вы поймите, потом, что... вы знаете, мне вот интересно, наши же звезды, кино, музыки, неважно, они очень хотят популярности, им нравится, что их любят. Разместиться на телевидении, ротация безумно дорогая, а здесь был интернет, бесплатно и всегда пожалуйста. Тогда почему же мы им крылья-то обрезаем? Вы поймите, что в нормальном шоу-бизнесе, цивилизованном во всем мире, популярный — это значит богатый. То есть в цивилизованном шоу-бизнесе любое движение, связанное с использованием их интеллектуальной собственности, оно приносит деньги. Это вопросы, конечно, стратегии, как размещать бесплатно на тех или иных сайтах. Это не вопрос. Это компетенция продюсеров и так далее, там, промоутеров. Вот. Но с другой стороны, это очень четко спланированные действия. То есть люди понимают, зачем они заходят в интернет. У казахстанских деятелей шоу-бизнеса, точнее той бизнеса, этого понимания нет. Поэтому они до сих пор зарабатывают только на... И мы их научим этими поправками. Вот мы их научим этим, так сказать, за счет этих поправок уважать свой труд. Во-вторых, я вот, например, сейчас сделал такой шаг, пошел в ту же Академию искусств и преподаю творческим людям, что такое вообще закон и как нужно управлять своими правами. Глобальная проблема, опять-таки, в том, что в учебной программе наших творческих вузов, которые буквально там даже пяти их не наберется, нет вот этого предмета авторское право. Даже журналисты не знают, что это такое. То есть мы все сейчас все в основном вы, извините, потребители. Вы по-прежнему считаете, что этот поправки к закону не преждевременны? То есть нет, они просто логичны, потому что в законе самом об авторском праве это было. И теперь следующий шаг, это как раз-таки реализация этой ответственности, этого отношения государства к этому деянию в административном кодексе и уголовном. Поэтому спасибо. Вопрос, конечно, в другом, в том, что сейчас пойдет обычная работа по поводу фиксации этих нарушений. И вот, например, Азамат вот сидит, я тоже был свидетелем прошлогодних дискуссий в рабочей группе в Мажилисе, где абсолютно на равных условиях были так называемые правообладатели и так называемые пираты. У нас депутаты, вы сами понимаете, они не профессионалы в каких-то вещах. Была возможность у тех или иных, там, и того же Азамата, защитить, то есть обосновать свою точку зрения. Ну, депутаты не приняли Азамат, его точку зрения. Азамат, вы не смогли защитить свою точку зрения, не смогли ее обосновать, и из-за этого эти поправки вступили в силу? Трудно было обосновать мнение среди людей, которые имеют, ну, скажем так, ну, я думаю, недостаточную компетентность в вопросах интернета. Это вы сейчас про наших депутатов говорите? В том числе. Спасибо. Лев Мариупольский, известный кинорежиссер, продюсер, сегодня гость нашей студии. Лев, как вы считаете, вы как кинопродюсер, вы за эти поправки? Ну, смотрите, здесь есть сразу несколько вопросов, и я предлагаю тему разделить на две части, да, вот этих поправок, которые касаются интернета. Первая часть относится к ограничению анонимности в интернете, и про это вообще никто здесь не говорит. Это вообще вполне закономерная вещь, поскольку как бы все государства и спецслужбы проморгали интернет как явление социальное. И сейчас, ну, мы входим в эпоху реакции, когда гайки будут закручиваться, и это нормально, я даже не вижу смысла с этим бороться. СОРМ-2 в конце концов работает, и не стоит про него особо говорить. Вторая часть — это вопрос, касающийся авторских прав. И, в принципе, я понимаю, зачем и как это делается. Преждевременность закона, на мой взгляд, заключается в том, что никто из уважаемых здесь господ, которые пытаются управлять правами или интернетом, не предлагает альтернативы.
Скажем, у меня есть аккаунт на iTunes, и он американский. Я покупаю там музыку, на самом деле, доллар за трек, или беру фильмы на прокат, там это стоит $1.5 на один просмотр. Ничего подобного в Казахстане нет, и iTunes в Казахстане тоже не работает. Простите, как я могу посмотреть «Наш любимый доктор» легально? Кто-нибудь мне скажет? Можно я отвечу? Да, конечно. Какая будет альтернатива, когда царствует пиратство? Подождите. Какой смысл делать? Ну, допустим, передача «Пятый угол». Аналогично. Вы ее выпустили, я договорился, скопировал, купил частоту и вещаю одновременно с вашим. Или даже раньше, чем вы, на один час. Куда люди придут смотреть? Я думаю, «Пятый угол» будет счастлив. Ко мне, потому что я приду, вы знаете, я буду вот публиковать ее раньше. В этом случае Татьяна абсолютно права. Я Они только буду счастлива. С их рейтингом, чем больше это зрителей лучше. Посмотрит мою программу, тем я буду довольна. Проблема здесь это не здорово. В этом. И альтернатива придет только тогда, когда будет цивилизованный рынок. Это то же самое, что зачем вкладывать деньги туда, где все беспощадно воруется. То есть вы полагаете, альтернатива возникнет после запрета? После какого вот это запрета? То, чего я пытаюсь все время я добиться. Вот да? То есть это. Мы сейчас приняли эти поправки. Ну хорошо, они приняты, они работают. Я сейчас готов платить деньги. Кому? Вы сейчас же пользуетесь айфонами, вы покупаете, не удивляетесь. Это все есть. Я по-прежнему готов платить деньги. Это в бюджет Соединенных Штатов. И сегодня это правообладателем бюджета или Соединенных Штатов. Это не работает в Казахстане, только потому, что у меня есть карточка американская, работает. Ситуация здесь такая, что люди забывают, что авторское право – это прежде всего предпринимательское право. Конечно. Почему Льву… Вот вы задаете вопрос по поводу там «Наш милый доктор». Я так понимаю? Ну, пожалуйста, обратитесь к правообладателю, киностудии «Казахфильм». Предложите им, дайте мне право, чтобы… Это очень просто делается. Я там 3 года работал отлично. На киностудии. Я просто потребитель, я хочу посмотреть кино. Я не собираюсь заключать договоров. Нет, ну, вот нет. Деньги, дайте кино. Ну окей, для этого, понимаете, как только приняты эти поправки, любой предприниматель может сейчас обратиться на эту киностудию. Дайте мне права, чтобы я выложил это в интернет. А в смысле, до какие того, проблемы? Были предприняты эти поправки, и ничего такого нельзя было сделать? Ну потому что на киностудии, видимо, не было такой стратегии, почему такой политики. Почему вы не воспользовались всем этим, чтобы пожалуйста. Организовать подобные сервисы? Простите. Знаете, я хотел... Ну извините меня, я кстати, предлагал. Активно. На киностудии. Кому? На киностудии вот руководство. Они живут на госбюджет, они денег не зарабатывают. Друзья, мы давайте Азамату. Это уже другой вопрос. То, что происходит сейчас в Казахстане, да, это далеко не уникально. Да, по всему миру проходят протесты против ужесточения авторских прав, да, в интернете. То есть только за последний месяц там были там, вплоть до митингов там, в США, в Чехии, да, в Польше, где во всех этих странах не смогли принять законы, да, там это было и в Эстонии, это было и в Венгрии, да, то есть перечислять и перечислять, только за последний месяц. А так каждый месяц происходят эти протесты, весь мир против, да. А в Швейцарии 1.5 месяца назад не приняли поправки в парламенте, вообще отказались их принимать. А основание было такое, то есть провели исследование в Швейцарии, да, и выяснилось, что никакого ущерба свободное как бы, распространение в интернете не приносит. Мало того, это добавляет доходов, ну скажем так, покупаются диски больше, люди смотрят кино. И почему? Почему так происходит? Парадокс был в том, что люди, даже те, которые могут скачивать как угодно, откуда угодно, да, они в любом случае имеют четкую такую бюджетную привычку, да, ходить в кинотеатр, да, раз в неделю, там, допустим, покупать диски себе домой, да, я кучу народу знаю, которые по 200, по 300 лицензионных дисков вот, имеют знаете, дома, да, при я этом вот в этой скачивают ситуации... с интернета и могут скачивать и дальше, то есть эти исследования в Швейцарии, они тоже не уникальны, до этого они были в Соединенных Штатах и еще раз в Европе проводились, то есть практически нет ни одного исследования, да, говорящего о том, что свободный файлообмен приносит ущерб. То есть вы понимаете, да, то есть если вы едете, допустим, в машине, да, произошло ДТП не по вашей вине, а по вине как бы другого автолюбителя, да, вам все равно, на Волге он вас там покорежил, на КамАЗе, на чем угодно, да, если он вам как бы ущерб там $500 причинил, он должен вам возвратить $500. Так проблема в том, что правообладатели в мире не могут внятно сказать, где ущерб. Если нет ущерба, извините, о чем вопрос? Пока, хочу заметить, так. Что
ситуация в Казахстане была создана теми людьми, которые сейчас ее пытаются таким способом решить. Просто они раньше про это не подумали. Я хочу внести ясность. Все те поправки, которые сегодня говорит Азамат, которые сейчас происходят, это когда пиратов хотят приравнять к террористам. То есть те поправки, которые сейчас у нас приняты, они приняты были, например, в Северной Америке еще в 98 году Digital Millennium Act. Это уже все есть и так далее. Просто сейчас они хотят приравнять террористам. Что такое в Америке или в Европе вас приравняют террористам? Это блокировать ваши счета, это следить в ваши финансовые потоки. Это вы как настоящий террорист. То есть у них идет не просто ужесточение, а практически давление на человека с точки зрения террора уже. Это Шавкат Сабиров, президент интернет-ассоциации нашей страны. Татьяна, извините, мы обязательно поговорим о том, что грозит нашим нарушителям поправок нашего закона, но об этом чуть позже. Сейчас я хотела бы вернуться к тому, что вот мы говорили о том, что ну идите и покупайте диски, да, в магазинах. Вот именно по этому поводу у нас есть небольшой сюжет на эту тему, кстати, скачанный с интернета. Внимание на экран. Доброго времени суток. Совсем недавно мы нормально скачивали фильмы с торрентов. Вышел новый закон, который запрещает категорически качать и раздавать пиратский контент. И я могу понять этот закон, если бы средний заработок в Казахстане был бы $1000 хотя бы. 100% позитивчик. А какой же средний заработок в Казахстане? Примерно 25 тысяч тенге. А теперь время математики. Допустим, я работаю охранником, который зарабатывает 30 тысяч тенге в месяц. 30 тысяч тенге, которые зарабатывал целый месяц. А ведь мне еще нужно погулять с друзьями, погулять, заплатить за жилье. Хавать мне нужно, хавать. Не остается денег. Вот и все. Казнят. Рип. Вот. Конечно. Вот, я вот об этом хочу поговорить. Ведь это действительно так. Ведь диски в наших лицензионных магазинах стоят на самом деле очень дорого. Более того, не все можно там найти, все, что хотелось бы. Говорили про Казахфильм. Знаете, а попробуйте вы купить фильм Казахфильма, да, просто прийти в один из наших магазинов и найти тот фильм, который бы вы хотели. «Транссибирский экспресс», «Кровь и пот», я не знаю. Это 20 века. Да, то есть это найти невозможно, а посмотреть хочется, хочется показать своим детям, чтобы они воспитывались на хорошем классическом отечественном кино. Что делать в этом случае? Вы знаете, что вот с 30 февраля я, по сути, ой, да. С 30, время, да, 30 января, как же, как 31 с 30 июля? Января в интернете, там, в прессе, речь идет только об одном, когда у меня берут интервью, что люди элементарно не читали закон. Вот в этих поправках никакой ответственности за скачивание нету. Знаете, речь идет только о предпринимателях, которые создают специальные интернет-ресурсы для распространения пиратской продукции. Мы об этом поговорим в следующей части нашей программы. Ну, какая я сейчас спрашиваю, что делать людям, которые бы хотели это смотреть. Этого нет в магазинах. Вот я вам простой пример привела. Казахфильм. «Мой милый доктор». Нету в наших магазинах этого фильма. Очереди. Да, очереди бы стояли. Дорого все. На самом деле купить диск за 3-4 тысячи – это не всем по карману. Что делать этим людям? Надо просто обратиться на ту же киностудию «Казахфильм», чтобы простому действительно человеку, который живет по улице Авая, там 58, нет, извините меня, в квартире для этого, номер 17. Нет, для этого есть же вот ассоциации, которые могли бы давно. Я тому же Азамату в прошлом году, когда он обращался ко мне как эксперту, что делать, я ему еще тогда предложил. Проблем нет, обратитесь к правообладателям. Уже сейчас начинайте работать с тем, чтобы насытить свои сайты легальным контентом. Послушайте, ну здесь же, мы же в конце концов, нас всего... Джексону, что послушать его песню, мне выглядит странно, и он умер. Прекрасно. Ну честно. Ну как к Казахфильму обращаться, чтобы в МДДЖ пойти, чтобы... Не, ну в конце концов, елки-палки, это в одном... Мы в одном городе находимся, неужели так трудно обратиться? Позвонить, приехать, там есть ассоциация. Так это мы с вами в одном городе с Казахфильмом находимся. У нас огромная страна, да? И какая-нибудь там опашка из какого-нибудь села хочет показать своему ребенку свой любимый фильм. И мой она идет доктор на торрент, Евгения. Конечно. Представляете? Так вот самое, понимаете, что еще получается, да. У нас закрыли наши отечественные торренты. Не, ну, кстати, можно зайти на российский торрент. Продвинутые в интернете. Можно зайти на иностранный торрент, да, на американский, и скачать оттуда. Ну, мы будем смотреть американские фильмы. Таня. Готовясь к этому эфиру, полезла в интернет, естественно, и наткнулась вот просто тут же на
текст от Пауло Коэльо. Я думаю, не нужно говорить, кто это такой. И не нужно говорить, что это очень богатый человек, который издается просто уже практически миллиардными тиражами, переведен там на сотню языков и продолжает творить. И Пауло Коэльо... Более того, он приезжал в Казахстан. Он приезжал в Казахстан, естественно, Казахстан прибавил ему популярности, но речь не об этом. Пауло Коэльо, вы понимаете, да, что вот уже Азамат говорил, что во всем мире идут дискуссии вокруг ужесточения авторских прав в интернете, системы авторских прав, и в Соединенных Штатах тоже. И вот по этому поводу была реакция Пауло Коэльо, он сказал, что он категорически против этих вещей. И почему? Он сказал: интернет сделал меня популярным. Благодаря интернету продажи моих книг выросли в 30 раз. Только благодаря интернету. Я официально заявляю, что я разрешаю публикацию, скачивание абсолютно любых кусков моего текста, даже с любыми, может быть, даже авторскими, в кавычках, добавлениями, поскольку, что очень важно, я к чему это все говорю, он сказал очень важную вещь. Жадность должна быть ограничена. Жадность, вот эта запредельная жадность западных лейблов, рекорд-лейблов, издательств и незападных тоже. Ирлан, про жадность это вопрос к тебе. Жадность, вот твоя жадность должна быть ограничена. Жадность к исполнителям, жадность к тем людям, которые... Про какую жадность вы сейчас говорите? Вот, к примеру, скажем, тот же Павел, к примеру, скажем, да, если бы он заключил договор и выпускал бы свою продукцию легально, то в 300 раз он был бы богаче. Он и так как раз стал богатым благодаря правильному управлению своими правами. Тут говорят, поэтому, естественно, он может использовать интернет как продвижение, как все нормальные люди это делают. Вопрос еще раз стоит в том, что создатели интеллектуальной собственности до сих пор не знают, какие у них есть права. Естественно, как они могут принимать какие-то юридически значимые решения, если они не знают вообще, как можно на этом зарабатывать. У нас поэтому той бизнес, потому что люди знают, только вот он попрыгал на сцене, ему за это заплатили и ушел. Знаете, я немножко хочу, вот я к чему всю эту длинную эпопею говорил-то? Я бы хотела перейти от обсуждения шоу-бизнеса и проблем исполнителей и авторов, да, к обсуждению, собственно говоря, Казнета, то есть Казнета как индустрии. Вопрос «Казнет is dead?», вопрос «Индустрия умерла или нет?». Так вот, она, ну, может впасть в кому, собственно говоря. Это ток-шоу «Пятый угол». Сегодня мы обсуждаем судьбу Казнета. Можем ли мы качать пиратский контент и что нам за это будет? Внимание на экран. Песни для тех, кто остался без интернета. Нам говорят штраф за скачивание с Казнета. Ищет полиция, ищет юстиция злых нарушителей в наших столицах. Ищет злодеев в других городах. Компьютер теперь для меня это страх. Вышку нажал, смотрю в монитор. Вот что-то качается, может я вор. Фильмы, конечно, охота смотреть, но неохота за фильмы сидеть. Как же нам теперь производить качку? Да никак, надо поддержать какую-нибудь задачку. Ведь делать нечего, Казнета больше нет. А теперь вопрос, может уйти в Рунет? Вот, Шавкат, скажите, пожалуйста, так что нам все-таки за это будет? За скачивание пиратского контента? За скачивание пиратского контента ничего. Так, а за размещение? Если вы создаете ресурс и не уважаете авторские права, за это предусмотрено наказание. И закон об авторском праве – это право творческих людей. То есть у нас по Конституции есть право у каждого из нас. Но просто есть огромное количество законов, которые в каждой сфере определяют ту или иную деятельность. Закон об авторских смежных правах дает право, у него же есть право у Кокеева. Или у него нет права. Давайте у него отберем и сейчас отменим все его права. У него есть право, как у творческого человека. Такое же право есть у журналиста, у режиссера, у фотографа на то, что он производит труд своей собственной головой. И он имеет право зарабатывать на этом труде. И в том, что его право, это только его право определить, что он может отдать бесплатно, а на что он хочет зарабатывать. Если он для себя решает, что он отдает часть продукции в качестве рекламы и
дает ее бесплатно для всеобщего пользования. Это его право, это не наше с вами право, это его, он его создал. Если, например, Ерлан захочет, что вот эта музыка у меня бесплатна, я готов, ребята, забирайте. Вот вы мне объясните, как это технически будет происходить. Вот я просто не представляю себе, как это будет происходить технически. Ерлан захотел, например, дал разрешение на размещение своих каких-то клипов, еще чего-то в интернете. Вот он написал эту бумажку, он куда пошел? Как это будет? Это проверяющие органы будут требовать у интернет-ресурсов официальных договоров. Ох, с какие Майклом страшилки, Джексоном, какие страшилки. Да, пока, с Ерланом Какиевым Лечко говорится, пока здесь, человек, да, с Витни Хьюстон. Пока да, человек. Не, ну, какие-то страшилки вы рассказываете, прям как будто у нас не страна, а тюрьма сплошная. Нет, мы спрашиваем. Вот я поэтому я вот, говорю, спрашиваю. Пока сам Ерлан не скажет, вот на это, не обратиться с заявлением своим, что я, Ерлан Какиев, обращаюсь с заявлением, что вот на этом ресурсе нарушаются мои лично авторские права, а не чьи-то другие. Только тогда будут предприниматься какие-то действия. Тогда скажите, а почему Касторку закрыли? Там что, кто-то написал, Ерлан Какиев, или кто-то написал, да, о том, что извините, я как правообладатель против того, чтобы размещали мой ролик, мой фильм, меня, мою речь. Это... Я сам удивляюсь, потому что Намба, например, которая... четко знает, что у нее часть страниц, где он сам знает прекрасно владелец, где у него пиратский контент. Он закрыл часть этих страниц, а остальное же нам бы работает. А вот скажите, вот мы вот уже об этом говорили, уже Азамат говорил о том, что вот войны с торрент-трекерами, да, в других странах, они, в общем, кончились ничем, по сути, да? Торренты все равно в итоге выиграли. Да, с торрентами нет смысла бороться, это технология, это способ передачи данных. На той же Касторке огромное количество просто информации, которая не имеет отношения к пиратскому контенту. Как то? Например, файлами обмениваются, обмениваются программисты скриптами, ну и так далее, так далее. Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Вы знаете, телеканалы в Казахстане используют торренты и Касторку в том числе, чтобы купленный лицензионный фильм перекачать, допустим, из Москвы в Казахстан, а потом показать на телеканале. Это не открытие, это нормально, это технология передачи данных. Евгений, есть еще один момент, как это может происходить. Предположим, да, господин А является конкурентом господина Б, у них интернет-ресурсы конкурирующие. Да? Так вот, господин А ночером, часика это в 3, размещает пиратский контент, а в 8 часов утра к нему приходят проверяющие и требуют, говорят, у вас размещен пиратский контент, вот, пожалуйста, мы вам выдаем предписание, вы обязаны там всяко и так далее, понимаете? То есть я хочу сказать, что это может быть инструментом, во-первых, экономических войн, во-вторых, каких-то, может быть, даже и политических войн. Это может быть инструментом черного пиара, как угодно, господа. Давайте понимать, где мы живем, и давайте понимать, что цивилизация, которой вы считаете нету в Казнете, не добралась еще до очень многих сфер в нашей жизни. А вот я, кстати, насчет добралась, я вот хочу спросить, ведь российские торренты, западные торренты, их не закрыли, все нормально, оттуда можно качать фильмы, вот у меня полредакции с удовольствием качает российские фильмы, продолжает. До них просто руки не дотянулись у наших законодателей, они тоже будут закрыты. Я не знаю, что будет. Вот знаете, если России, вот Таня говорит, например, об экономических, политических рычагах, да, то что стоит тогда тому человеку, которого здесь закрыли ресурс, переехать границу в Россию буквально 200 километров и на том торренте разместить то, чего мы так здесь, видимо, чего-то боимся? Переезжать да? не надо. Или просто передать туда, и все это... В интернете даже нет этих границ, потому что хорошо, ну, к примеру, грубо. Вот он туда отправился, и мы получили все это с другого торрента. Я думаю, что авторские общества, они смогут с собой договориться, так как, например, первое музыкальное общество в России, которое является правообладателем огромного количества музыкальных песен, текстов и так далее. И у нас в Казахстане есть первое музыкальное общество, по-моему, они представляют их интересы. Я думаю, они между собой договорятся, потому что право творческого человека самому определяют. Вот я, знаете, только хочу спросить, вот сейчас под словом «они между собой договорятся» не подразумевается, что те торренты тоже будут закрыты? Я вот это хочу спросить. Можно два этих две вставочки? Первое. По поводу решения, вот первый вопрос вы спросили, да, как можно решить вопрос вот с музыкальными, да, произведениями, да, как вот творческие люди. Буквально несколько дней назад, там 3-4 дня назад, Земфира выставила и прямо на своем сайте написала: все мои альбомы, музыку, всю мою скачивайте, проблем нету.
абсолютно. Она выкупила все свои права и сказала, качайте, ребята. Первое. Второе, по поводу России, что торренты уедут, там вот касторка.ру станет, да, это тоже неправильно. В России на самом-то деле эта борьба началась 2 года назад. Если вы помните, torrents.ru переехал на rootracker.org. То есть там тоже нашим делать нечего. То есть наши, если переезжать будет, то на орг и еще куда-то дальше. Нет, понимаете, я говорила в том случае, если мы чего-то боимся, да, экономических каких-то рычагов, политических, то ведь это очень легко можно сделать через российский торрент. Если этого боятся, правообладатели, да, вот, спасибо. Женя, да. Здесь видите, да. Момент какой. Нужно еще помнить о том, что авторское право – это частное право. Ни одна проверка правоохранительных органов, она невозможна без заявления правообладателя. Правообладатель не вправе, то есть государство не вправе прийти и само по своей инициативе провести эту проверку. Тем более, что если люди говорят, что казахстанский якобы контент вообще не пользуется интересом, чего волноваться-то? Если у вас на сайте нету казахстанского контента, есть это только российский. Вот к вам, значит, придут только российские правообладатели. Вот вопрос как раз ответственности. Да? Про него почему-то никто не захотел говорить. Можно еще раз? На своей страничке, скажем, в YouVision, я размещаю фотографию Уитни Хьюстон, которая скачана через NFT, и я правами на нее не обладаю. Вешаю музыкальный трек «I will always love you» и видеоклип, да, который находится, например, на Киви. Да? Вопрос. Что меня ждет за это? Получайте удовольствие, пока семья... Пока вас с вами не договорились, Лев! Получайте удовольствие себе и размещайте, делайте, потому что, для примера, не надо Уитни Хьюстон, у Ирлана Какеева. Берем Ирлана Какеева. Ирлану Какееву 45 лет творческой деятельности. Я размещаю его картинку, да, и музыкальный трек. И получайте трек. Удовольствие, но ровно до тех пор, пока... Если вы на этом начнете зарабатывать деньги и продавать его песни за музыки, за деньги. За деньги, извиняюсь, и он при этом скажет, а почему вы, собственно, мои песни продаете у себя за деньги и себе в карман мои деньги ложите? Ведь никто не говорит, что говорят даже о бизнесе, но говорят о том, что касторка, не вкладывая деньги в создание музыки, она не зарабатывает. Товаров, ну, а торренты, да, они же были бесплатные, там никто не зарабатывал. Мы платили там любой конторе за интернет. Рекламный бизнес, вам же говорили. Это... И до тех пор это будет висеть, пока Ерлан не придет и не скажет. Знаешь, мне просто не хочется, не объясняю почему, это мое право. Да, конечно, мне просто не хочется, чтобы он у вас не висел. Все понятно. То есть я так понимаю, что казахстанские торренты мы можем спасти, убрав оттуда рекламу. Я правильно это понял? К сожалению, все, что вы сейчас сказали, да, оно не отражено в законе. А вы не уберете. В законе четко написано, что за размещение будет пользователю сначала предупреждение, а повторно... Будет штраф 15-20 МРП с изъятием там, ну, компьютера, по сути. Ничего другого, что сейчас трактовали, нет. То есть что сейчас происходит? Выпустили поправки, да, в которых просто дикие формулировки. И сейчас идут какие-то трактовки, которые никак не дружат с пунктами этих поправок. А иногда и противоречат. Я еще раз вам говорю, мы не против соблюдения авторских прав. Если автор по каким-то причинам не хочет, чтобы мы это распространяли, мы этого делать не будем. То есть мы не занимаемся распространением. То есть я понимаю так, сейчас у нас можно смотреть, опять-таки, должны идти фильмы, да, и пока российские фильмы, например, наши казахстанские фильмы, отечественные. И пока кто-то из авторской группы этих фильмов не обратится в наши правоохранительные, карательные, как хотите в этом случае назовите органы, да, это все может идти совершенно спокойно. Я правильно поняла? Ну, конечно, должно быть заявление человека конкретного, чьи авторские права нарушены. В случае легко организовать. Опять страшилка. Да не страшилка, реальность. Согласно поправок, автор может написать, что на этом ресурсе предложить скриншот, на этом ресурсе вот попирает мои права. Я уже говорил, что пользователи, да, они там 3-4 тысячи роликов, да, в день заливают, да, допустим, на тот же Киви. Понятно, что они могут залить какой угодно контент. Если правообладатель присылает, ну как вот со всеми происходит, то есть как мы сейчас работаем, присылают, допустим, ссылки правообладатели, да, по сути, Киви их удаляет, вопросов нет. Но по существующим поправкам не за отказ удалять, а за факт сам нахождения ресурсы будут нести наказание. Это нонсенс. То есть интернет так не работает.
Этого нельзя. Поправки сырые, их надо менять. Давайте пригласим в студию, минуточку, давайте пригласим в студию еще одного представителя нашего шоу-бизнеса, чьи песни и клипы очень часто скачивают из интернета. Причем бесплатно, конечно же. Встречаем Шухрат, лидер группы «Алдавай». Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, а как часто клипы и вашей группы смотрят в сети и скачивают их? Где-то год назад я был на Ютубе, специально, почему год назад, то есть я недавно там был, год назад я нашел клип «Алдавай» у кого-то на профайле, «Без тебя» песня. У него на тот момент было более 1,5 миллиона просмотров. И со всего мира, хочу сказать, потому что комменты были на разных языках. Скажите, а как попадают вот в интернет ваши клипы? Вы их там сами туда закачиваете или вы даете кому-то на это полномочия, или это может сделать любой? Я их туда не закачиваю, но, безусловно, я одобряю эти размещения. А вот вы сами с каких-либо интернет-ресурсов скачиваете видео или музыку? Было пару раз. Я вот сейчас слушал эту беседу, да, я могу высказать свое мнение? Конечно. Безусловно, я против этих поправок и скажу даже больше. Они ущемляют свободу и наших граждан, нормальных, и артистов. Я сам тот человек, который и создает контент, и продвигает его, я являюсь и автором текстов и песен, я являюсь продюсером. То есть могу сказать всю подноготную. Вот, допустим, в этом плане говорят там, вот, прикрываются такими намерениями, что мы где защищаем артистов. А чего вы защищаете? Я начинал петь еще в 2000... От моей популярности вы меня защищаете? Да, я начинал петь в 2000 году. Об интернете тогда слухом не слыхали никто. И я скажу, на альбомах и на продажах дисков мы не поднимались, не зарабатывали. Как были, да, концерты, так и они и сейчас есть. Более того, интернет продвигает популярность. Сейчас как у нас круто. Если у тебя там больше, там, скажем, 100 тысяч просмотров, ты крутой, ты артист. Не об этом ли мечтает средний телезритель? Он хочет смотреть то, что ему нравится, а не то, что стоит по программе. Интернет дает такую возможность. Хочешь смотри, хочешь нет. Если он реально создал качественный продукт, он реально будет крутым, он будет популярным. Нет, тогда отдыхай с одним просмотром, понимаете? Да, вот я хотела как раз... Это известный рэпер Карандаш, сегодня гость нашей студии. Кроме того, друзья мои, он пиар-директор одной из крупнейших сетей интернет-клубов в нашей стране. Я слушаю. Да, вас. Так и есть. Я, кстати, здесь тоже хотел добавить. В Древней Греции в театре так и было. Когда не нравилась игра актера, когда не нравилась постановка, актера били. Когда нравилось, тогда и возвышали его до небес, воспевали в песнях. Вот, и это, мне кажется, абсолютно правильно. И правильно, что защищаются права потребителей, так скажем, нарушая авторские права. Извините, потому там... что когда я, например, скачиваю фильм, ну не скачиваю, хорошо, покупаю дорогой диск, и фильм оказывается плохим, мне хочется вернуть эти деньги, мне хочется... Все же нужно воспитать культуру потребления. Я вам скажу о себе, что абсолютно все правильно сказано. На дисках не зарабатывается, зарабатывается на концертах. Но человек, которому нравится чье-либо творчество, он обязательно купит футболку твою. Он обязательно купит твой диск, пойдет. Мне нравится фильм, я его куплю на Blu-ray, чтобы посмотреть с друзьями. Нужно воспитать культуру в людях потребления качественного лицензионного продукта. А доступность этого продукта нужно сделать абсолютно свободной. Ну, мне кажется, это абсолютно правильным. И у меня тоже размещены песни и платно на платных сайтах, которые предоставляют за деньги скачивания. И он на моем официальном сайте бесплатно, и ВКонтакте это бесплатно. И продаются диски. То есть вы никогда диски, никаких претензий диски, по этому поводу к интернету не имеете? Конечно, конечно. Кому нужен фетиш? Вот мне нужен фетиш. Я люблю полистать буклетик. Я куплю обязательно диск. Мне это нравится. Я хочу, чтобы копеечка упала артисту. Но одновременно есть плохие артисты. Но я еще не знаю, что они плохие. Поэтому мне не хочется сразу покупать лицензионный диск. Мне нужно понять, хорошо это или плохо. Вот и все. Да, слушаю вас. И просто, исходя из этого, я говорю, это ущемление прав как артистов, так и обыкновенных пользователей. Потому что сейчас... Куда им еще идти, да? Нет какой-то национальной идеи, если об этом говорить, там заводов таких нет. Все сидят в интернете, и тут им перекрывается возможность проводить свой досуг, общаться на интересных сайтах. А тогда спрашивается, а кто все это двигает, кому это надо? Вот эти вот артисты, среди нас нет консолидации. Мы говорят, учите закон. Где вы видели артиста, который будет закон учить? У него правая часть стороны развита мозга, левая не развита, понимаете? Может быть. Он не будет учить законы, иначе он просто не перестанет быть артистом. Так, поэтому кто тогда это продвигает? Неужели все артисты консолидировались и сказали, не крутите нас?
А здесь, как уже было тут до этого сказано, интернет представляет большую силу. И кто-то хочет эту силу оседлать и зарабатывать деньги, понимаете? И поэтому он лоббирует какие-то непопулярные законы, иначе бы не было бы такого социального взрыва, который произошел вследствие принятия этих поправок. То есть, опять же, я могу предполагать, что здесь просто чьи-то интересы, а обычные пользователи и артисты, они страдают. Мне просто бесит то, что прикрываясь там флагом артистов там, или там, защитой прав, благими намерениями, проводятся какие-то свои хитрые непонятные схеры, схемы, посредством которого просто все большинство остальное, она остается не у дел. Понимаете? Мне это абсолютно знаете, не нравится. Знаете, на самом деле, вот если убрать всю эмоциональную часть, на самом деле ничего это ведь не произошло. Нет, ничего не произошло такого великого. Государство просто четко определило, ребята, вот если будут нарушаться чьи-то права, то будет такая-то ответственность. Вот в данный момент мы видим, сам исполнитель, сам автор, правообладатель, если он хочет бесплатно, никаких проблем. Нет, есть, понимаете, есть, ведь получается есть другие... у нас, если до сих пор так правообладатели никто, молчали. Так никто не, пор, так не ограничивает никто. Управляющие компании, которые управляют правами, они обладают аккредитацией, которую выдает им государство. Что она дает? Он, эта компания, имея аккредитацию, может прийти в любое заведение или в любому человеку, кто пользователь этих прав, и сказать: а давай мне деньги за него. Неважно, он есть этот договор с этим правообладателем или нету. У него есть аккредитация. Понимаете, и она ходит, ему как честно, бы. Как артист, ни разу еще деньги ко мне не пришли с моих прав. Артисты ходит, запрещает в кафешках мои песни крутить, но еще ни разу копеечка мне не упала. Артисты даже не знают, что кто-то за них собирает деньги. Вы понимаете? Здесь просто попахивает. Так получается, коррупция. На самом деле, вот я и говорю, да, о том, что надо не интернет какие-то поправки принимать на самом деле, да, а что-то решить с авторскими законом об авторских и смежных правах. То есть сначала, чтобы потом уже делить деньги между. Что на интернет-то закинулись? Не, ну хорошо, ну да никто не накидывался. Просто государство определило свое отношение. Поэтому, если в данной ситуации правообладатель решил, да, окей, я использую интернет для своего продвижения, соответственно, вот он является членом авторского общества, которое я возглавляю. Тимерлан, никаких претензий, все нормально. Да пожалуйста, Тимерлан, я даже скажите, не сдвинусь вот с места. Вам когда-то, вот допустим, у нас не было еще этих поправок принято. Кто-нибудь, когда-нибудь, за всю историю существования Казнета у нас, да, кто-нибудь обращался к вам и говорил: нет, ты представляешь, сволочи, опять мой клип зафигачили, я прошу прощения, а я так этого не хотел. Да, обращались. Иван Брюсов еще в прошлом году обратился ко мне: Тимерлан, вот я только что выпустил альбом, да, там, вышел тираж. Я не хочу, чтобы мои треки новые лежали на тех сайтах. В это время я уже знал, что идет работа в рабочей группе. Я ему предложил, говорю: подожди, вот сейчас, так сказать, депутаты решат, в какую сторону это пойдет. И тогда уже будем действовать. Поэтому я тоже не могу игнорировать автора, который является членом моего общества. Если завтра он скажет: на таком-то сайте я не хочу, чтобы висело, естественно, я обращусь, прежде всего, сначала на сайт, на каком основании. Если люди мне скажут: да, окей, как говорится, мы от Вани Бриуса официально получили бумагу, либо от его продюсера, тогда никаких претензий не будет. Потому что здесь нет такой задачи, что действительно закрыть. Потому что, естественно, мы понимаем, что это определенная популярность. Но все, опять-таки, зависит от самого правообладателя. Мы, юристы, ничего не можем сделать. И, естественно, на первый план выходит сама его воля, его знание своего права, как он будет двигаться. Но поэтому вот сейчас поэтому сказать, никто, что никто никогда не, интерес... не будут заниматься изучением никогда юридического не будут, права. И да, Таня? Кто-то хочет на этом просто... Не, вы знаете, вот сижу я, да, вот здесь, у меня такое вот ощущение, что компьютером гвозди пытаются забивать, понимаете? То есть мы... Вот, этот, вот то, что мы говорим, да, этот закон об авторских и смежных правах, это, господа, прошлый век. Абсолютно. Это век хардкопис, это век вот это, вот книжечек и прочего. Это век вот этих вещей, понимаете? Это не история про информационное общество. На самом деле она абсолютно права, потому что мы стремительно развиваемся, информация становится общедоступной. И вообще, если честно, если смотреть в корень, я не понимаю, почему артист должен бегать и говорить: я вот придумал 2-3 ноты и поставил там в определенной последовательности, дайте мне денег.
Я никогда не видел, чтобы артист, который нормально там пишет песни или этот, чтобы он не был популярным и не обладал какими-то привилегиями в этом обществе, даже если он не умеет считать деньги. Все равно его все любят. И это. Я за то, чтобы артист, в принципе, если он живет на этой стране, то в этой стране, которая дала ему возможность развиваться, расти, реализовать свое творчество, тогда пусть он подарит вообще эту песню. У нас же есть народные песни, которые за столом поют. Я хочу, чтобы мои песни за столом пели завтра, понимаете? Тань, ну вот мы выслушали, да, две точки зрения. За копирайт против, да? Вот ты-то где золотую середину? В чем ты видишь выход? А уже сказали представители пиратской партии. Есть замечательная альтернатива, называется Creative Commons. Вот давайте мы сейчас и послушаем разработчиков этой самой альтернативы. Рауан Кенжиханулы, встречаем гость нашей студии. Здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а что вы предлагаете? Ну, предлагаем не мы, на самом деле. Это давно уже существует в мире, 10 лет. Наверное, нужно начать с того, что да, действительно, между авторским правом в том виде, в котором оно существует сегодня, то есть копирайтом и интернетом, есть большой разлом. И вот принятием этих поправок мы, на самом деле, этот разлом начали увеличивать. Но можно попытаться его сократить. И вот 10 лет назад американский профессор право сказал, что ну, надо как-то выходить из ситуации. Да, безусловно, нет другой альтернативы, кроме копирайта, как защитить интересы и права автора. Но в то же время... Что конкретно вы предлагаете? Вот торренты нельзя, да? Закрыли торренты. Соответственно, наше весь все сообщество, интернет-сообщество на ушах из-за этого. Что конкретно? Вот от чистого сердца, простыми словами, человеческим языком. Многие зрители не понимают вот интернет-языка. Им важно, будут, можно это посмотреть в интернете или нет. Что вы предлагаете? Хорошо. Вот здесь есть авторы, которые готовы поделиться с тем, что они создали, или частью того, что они создали. Но и закон нам позволяет это делать, но не прописано как. Вот мы говорим, вы хотите один из своих альбомов выложить в общественное достояние, или, скажем, сказать, что я готов поделиться этим, если вы будете использовать его не в коммерческих целях, то вместо того, чтобы поставить C в кружочке, что есть копирайт, вы можете поставить WC, что означает Creative Commons. И тем самым вы даете знать, и собственникам ресурса, и пользователям, что вы не против того, что ваш контент используется свободно, копируется, где-то как-то используется, ремикс делается и так далее, и так далее. Но, опять же, здесь есть огромные возможности. Речь не о том, чтобы взять и все творчество перевести в общественное достояние. Этого тоже не будет, это нонсенс. Но в то же время вот авторы, которые здесь сегодня присутствуют, готовы поделиться своими произведениями и передать часть того, что они сделали, вот в такое свободное пользование. И очень много ресурсов, которые занимаются тем, что аккумулируют подобный контент и работают вполне легально. В частности, Википедия — это ресурс, который построен полностью на этих лицензиях, и люди создали величайшую энциклопедию в мире, основываясь на такой лицензии. То же самое касается, скажем, части Ютуба или такой конференции, как TED. Можно даже привести такой пример, что сайт Белого дома работает под Creative Commons и даже сайт Кремля. Потому что есть вещи, которые не для продажи. Они принадлежат обществу априори. И эти вещи нужно сразу же ставить в известность людей, пользователей, вообще сообщества, что этим можно свободно пользоваться и не бояться, что за вами придут. Это возможно. Вот мы... Шавкат, скажите, а было ли известно разработчикам этого закона вот об этой альтернативе, которую предлагают ребята? Так это как, она существовала и существует? Ну а почему? Вот это было неприемлемо с юридической точки зрения. Чем было неприемлемо? Можно я до конца отвечу? Да. Рауан же ходит же и с каждым автором договаривается. И это право каждого автора сказать, да, Рауан, он убедил меня. Я автор, он меня убедил. Я согласился, я подписал с ним соглашение. Вот сегодня у него легально, официально от авторов есть разрешение публиковать эту информацию, потому что он находит аргументы, по которым он может объяснить, что ваш творческий продукт нужен просто интернет-сообществу. И он работает, и он это делает. Таня. Ну подождите, как вы не понимаете одну простую вещь? Если есть Creative Commons, этот значок, значит, мне не нужно уже бежать к этому автору.
Мне не нужно писать писем в Казахфильм или куда-нибудь. Я просто спокойна, что завтра не придет проверяющий и не закроет мой интернет-ресурс, понимаете? Это вопрос. Мы в данном случае Creative Commons стоит на стороне индустрии и пользователей прежде всего и дает возможность правообладателям демонстрировать широту своей творческой натуры. Полностью с вами согласен. Почему? Потому что... Как раз об этом-то речь и идет, да. Что автор сам принимает решение выложить это в бесплатный доступ. И потребитель, видя вот этот вот значок, он спокойно уже работает. Ведь мы о чем ведем речь? О том, что сами авторы, сами творческие люди не знают вообще закон. Тем более с такой позиции, зачем я буду, так сказать, изучать этот закон, если я уже передал права. Соответственно, у меня тоже возникает, смотрите, у меня тоже возникает вопрос тому же Шавкату. Вот он сейчас говорит, я за то, что... и так далее и тому подобное. Ну тогда такой вопрос. Почему тогда он передал права в прошлом году в общество, которое управляет его правами? Потому что вы позвонили и попросили об этом. Пожалуйста. Роман, скажите, а вы, Роман, скажите, а законно сейчас Creative Commons в Казахстане? Это законно? Это законно, потому что это не запрещено. А только лишь так? Понимаете, в нашем законе сказано, автор имеет право свободно и бесплатно распространять свое произведение. Но не написано как. Мы пытаемся объяснить, что можно вот таким путем это узаконить. 70 стран уже внесли, ну не понятие Creative Commons, но инструмент Creative Commons в свое законодательство. И просто нужно, в законе же есть значок копирайт, он прям описан. Кружочек, си и так далее. Да. Почему туда не внести и не написать, что если автор априори готов делиться, он может поставить кружочек и дабл си. Это делается во многих странах. Возможно, и у нас получится. Но нет, скажите, вот а вот этот здесь... значок, я просто совершенно абсолютный юзер, да? Вот этот значок можно подделать? И вот шлепнуть, а сам производитель, нет, да, правообладатель это не знает. Это не товарный знак, это не товарный знак. Это любой человек может на своем продукте написать там либо... А если это сделал не сам человек, который произвел нет, этот продукт? Нет, вы поймите, что это международный знак вообще. Например, тот же копирайт, это международный знак оповещения о том, что у меня есть права на этот продукт. Если, это, если я поставил любой другой знак, там тот же Creative Commons, какие проблемы? Хорошо, это если просто вы сейчас я обозначаю. Согласны с тем, что говорит Роман, почему? Почему тогда это не было внесено в эти поправки? Да вы поймите, что это в законе не надо описывать. Потому почему? Потому что в законе четко уже написано о том, что у автора есть право либо бесплатно распространять, либо написано? Платно, и все. В законе сейчас написано следующее. Есть понятие аккредитованной организации, как уже сказал Шухрат, да, то есть авторское общество, если оно аккредитовано, аккредитацию дает Минюст, да, и таких вот авторских обществ у нас несколько, то это авторское общество может делать сборы, то есть собирать деньги, да, с кафе, там, с кого угодно, там, с сайтов, да, даже за тех авторов, сайтов, погоди, дайте я договорю. Я могу зачитать. Сайтов нету. Это то, что вы читаете, это та поправка, которая не была защищена это в законе. Это пункт, который был в законе еще до поправок. В августе прошлого года прокуратура, проведя проверки в 7 авторских обществах и обнаружив, что почти половина всех собранных денег, а это 900 миллионов тенге, да, уходила на собственные нужды как бы авторских обществ, слава богу, некоторые из них закрылись, да, предписала, ну, я так понимаю, Минюсту убрать данный пункт из закона, да, который, могу прочитать, скажу своими словами, который как бы позволяет аккредитованным авторским обществам собирать деньги за всех подряд. То есть какой смысл там договариваться с кем-то? Я прихожу, какие там лейблы, там Creative Commons, о чем вы? Этот закон нужен авторским обществам, которые просто-напросто привыкли гаишным методом, да, собирать, ну то есть вот бизнес вот таким методом, собирать деньги. Приходите говорить, я аккредитован. А где договор? Какой договор? Я аккредитован. То есть это такой уникальный казахстанский опыт. И прокуратура настоятельно как бы предписала как убрать этот закон. Казбис, в этих поправках да? Ничего об этом не сказано. Оно осталось возможно, в этом законе. Да, да пожалуйста. Я хотел, немножечко дополнить. Да, вот, есть несколько нюансов, о которых вот Рован говорит. Да,
Немножечко он упомянул, что вот правительственный сайт, например, да, правительство России, да, перешло на Creative Commons. Что это означает? Это означает, вот вы, наверное, заходили многие, да, на сайт Аккорды, да? Это сайт президента. Вы заходите и пишется так. Хотя мы, например, да, уже интернет-сообщество приравняли нас к СМИ, да? Они пишут как? Указ президента выходит, да, и пишется в конце вот такой-то указ, и там о чем он, да, и дальше пишется, смотрите в СМИ. То есть на самом-то деле интернет-ресурс, он должен, вот, имея общественную значимость, да, законы президента, они должны быть там. И причем они должны быть в удобоваримом виде. То есть есть, которые свободными программным обеспечением пользуются, например, да, то есть документооборот должен быть единым. То есть я могу и в ДОСе, например, скачать, там, и в любом, чтобы скачать. Первое. Второе. Почему, например, о чем разговор идет о Creative Commons, да, почему идет? О том, что, например, у нас есть сайт, например, там, премьер-министра, да, все его постановления, которые касаются, например, разных областей, да, жизни, почему они там не появляются? Теперь смотрите, почему, еще один такой вопрос. Пиратские партии, за что они борются? За то, чтобы была прозрачность государства. Что означает прозрачность государства? Чтобы люди, тот закон или то, что касается всего сообщества, да, чтобы мы могли в любой момент его взять и посмотреть. Правильно? Не было вот этот... Вот почему дискуссию, вы да, знаете, вот, да, вот я эту хочу, большую... Вот мы сейчас здесь ни к чему так и не придем. Да? Мы вот будем удаляться... Вот я, как работник цеха, изнутри знаю почти весь шоу-бизнес, могу вам сказать, не было консолидированного собрания, артисты сказали, давайте этот беспредел прекратим. Было примерно так, поправки приняли, ну, там кто-то, я против, а кто-то, а я за, там, и все. То есть, что вы предлагаете? Вопрос, а кто это делает? Что вы предлагаете сейчас? Я предлагаю, наконец-то, уже исходить из потребностей общества, а не из чьих-то узких интересов. Понимаете, кто-то пилит бабки, кому-то надо кормить детей, и он говорит, давайте защищать артистов. Ему плевать на нас сверху. Понимаете? Вот еще я хочу сказать. Когда мы говорим о Creative Commons, вообще вся эта дискуссия, в первую очередь, о казнете, так? Дело не в авторах и не в защите их прав и интересов. Это совсем другая тема. Вот Creative Commons создавался не для того, чтобы решить проблему авторского права в какой-то отдельной стране или в мире. Дело в том, что идет фундаментальный сдвиг. Юзеры переформатируются в создателей. Больше автор — это не цех, это уже все мы. Потому что вот мы посмотрели сегодня три клипа, созданных простыми юзерами. Они использовали музыку, фотографии и так далее, и так далее. И это уже пиратский контент по нашему законодательству. Если кто-то его поставит на своем сервере или сервисе, он будет закрыт. Но это же прекрасно. Почему это мы должны двигаться в этом направлении? Мы говорим, что превращение наших детей в террористов, вот эта перспектива, которую нам обрисовали, она неприемлема, потому что все создают... Все участвуют в этом, потому что мой компьютер позволяет мне работать и с видео, и с аудио, и с фото. Так вот, давайте искать механизмы, которые нам позволят это делать. Я вот Creative Commons... Хорошо, я тогда хочу задать заключающий вопрос. Что нам делать? Да? Каждого я прошу сказать буквально в двух словах. На ваш взгляд, что делать на в этой ситуации? Слушаю вас. Надо сделать шаг назад, отступить, отменить и пересмотреть. Пусть будут какие-то регулирующие нормы. Я за, но только давайте не нахрапом. Действительно слушать тех, кто в этом заинтересован. А в этом заинтересован все мы, все общество Казахстана. Спасибо. Слушаю вас, Роман. Как вы считаете? Мы за то, чтобы поле свободное, поле общественного достояния расширялось как можно быстрее. И вот мы здесь очень много говорили про наши любимые фильмы. Мы пошли в Казахфильм и сказали, что, ребята, вот это принадлежит обществу, людям, потому что создано за деньги государства, и есть люди, которые ищут его. Отдайте нам его, мы хотим его свободно, бесплатно под Creative Commons разместить. Казахфильм сказал, обратитесь в правительство. Мы пошли в правительство, и премьер сказал, прекрасно, ребята, это то, что нужно, мы просто не дотянулись, это нужно сделать. И мы пошли к авторам, Мухтар Ауэзов, его... Потом сказали, проблем нет, нам это нравится. 50 томов Мухтара Ауэзова должно быть свободно доступно. И люди могут это читать, делать ремикс и пользоваться. Вот такое поле необходимо быстро расширять. Спасибо. Слушаю вас. Ваше мнение, что делать? Знаете, я отвечу как бы словами пользователей, да, какими словами, да. То есть мы провели голосование на сайте, да, то есть порядка 250 тысяч голосов, да, проголосовали. За или против поправок. Больше 250 тысяч голосов.
То есть это открытая информация, да, многие об этом знают. Мы считаем, что надо эти поправки в части интернета, по крайней мере, отменить. Если требуются какие-то формулировки вводить, надо общаться с экспертами, да, то есть мы являемся экспертами, то есть сайты, которых это касается, необходимо вести диалог. То, что сейчас произошло, это просто из ряда вон выходящее. Спасибо. Ирлан. Самое главное, чтобы все было справедливо. Творческая часть и творческие деятели, чтобы находились в достатке, и чтобы их права всегда были защищены. Это очень важно. Спасибо. К экспертам у меня такой вопрос. Как вы считаете, в связи с этими поправками можно сказать, что Казнет is dead? Абсолютно речи об этом не идет. Сегодняшняя дискуссия в очередной раз показала о том, что люди дискутируют о том, чего они сами не знают, никогда не открывали. Прежде чем принимать ту или иную сторону, нужно просто прочитать этот закон. Прежде Спасибо. Всего. Татьяна. Казнет is dead, no. Казнет не умрет, нас не убьешь. Спасибо. Лев. Нет, на самом деле строгость законов обычно компенсируется необязательностью их выполнения. Я думаю, здесь это также произойдет, поэтому Казнет, конечно, будет жить без проблем. Спасибо. Слушаю вашу фразу. Если признать, что Казнет умер, это значит признать, что у нас пиратская страна. Ну а поскольку у нас не пиратское, легальное правовое общество, поэтому Казнет жил и живет и не держится на одном пиратском контенте. Спасибо. Рад, слушаю вас. Коротко. Казнет, естественно, будет жить. Это однозначно. Здесь даже вопросов нет. И то, что вот этот закон появился, вот такое обсуждение бурное идет, и оно вылилось на телевидение, в газеты, да, это вообще прекрасно. Почему? Потому что многие стали задавать вопросы, о которых, может быть, еще вчера не задавали. И государство, возможно, таким путем оно начало троллить на самом-то деле. Я очень рад, что именно такое обсуждение идет. Хотя еще такие обсуждения надо было производить на самом-то деле до того, как принимать этот закон. Спасибо. Я не слушаю вас. Я могу сказать лишь одно, как и юзер, как и пользователь. Смотрите фильмы, слушайте музыку. Мы, создатели всего этого, очень это любим. А интернет, он живой, как и язык. Он как-нибудь проживет сам собой. И мы на это повлиять не можем. Никто на это не может повлиять. Спасибо большое. Вы знаете, наша сегодняшняя программа еще раз доказала, безвыходных ситуаций не бывает. Это ток-шоу «Пятый угол». Мы встретимся, как всегда, через неделю на телеканале «Ярна». До свидания.